И к другим темам. В Тобольском микрорайоне Южном создают сквер тружеников ремонтно-механического завода. Здесь увековечат память об одном из ведущих предприятий города времен СССР. В настоящее время строители обустраивают детские и спортивные площадки и футбольное мини-поле. Его параметры позволят воспитывать профессиональных спортсменов. А за футбольным полем будет небольшой такой скверик, посвященный труженикам РМЗ, где будет стела и два стенда с именами и фамилиями. Мы еще предлагаем и елку 5-метровую для новогодних праздников живую, которую посадили бы. Сейчас это планируется и исполняется. И сцену хотя бы переносную для праздников. Вот у меня ребенок сейчас 5 лет, только стал на велосипеде кататься. Удобно было бы прийти с ним, чтобы вот здесь ровно все, а нигде попало на дорогах, потому что другого места нету. До конца октября подрядчики обустроят пешеходные зоны, сделают освещение и комплексную игровую площадку. Завершить объект планируют в 2024 году.